Привет, друзья! Сегодня у нас очередная история из сети. Но прежде чем мы начнем, обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новое видео. А также оставьте свое мнение в комментариях. Ну а мы начинаем. Говорят, что бабули любят внуков еще больше, чем своих детей. Родители вечно куда-то спешат, могут раздражаться и срываться на детях, а часто вообще не уделяют им внимания. Бабушки же более спокойные и уравновешенные. У них много свободного времени, есть жизненный опыт, и им некуда спешить. Сегодня мы расскажем одну историю. Антона разбудил телефонный звонок. Незнакомый голос сообщил ему, что он может приехать в район. Антон работал в одной приличной фирме на должности заместителя директора по малому строительству. Часто приходилось ездить в командировки. И вот 5 лет тому назад в соседнем районе он познакомился с Наташей. Для него она была очередной девушкой, с которой ему было приятно коротать время. Таких у него в каждом городе было по несколько. А что еще нужно женатому парню? Вот и деревенская девушка попала в его сети. Повстречались они месяц, и он уехал, наобещав, конечно, золотые горы и еще много всего. 3 года тому назад Антон женился на дочери хозяина. То ли по любви, то ли по расчету, но погуливать на сторону он немного перестал. Наверное, все же любил. Они очень хотели детей, но никак не получалось. Сходили в клинику, и врачи поставили Ульяне страшный диагноз – бесплодие. Антон поддерживал жену во всем и пытался уверить ее, что все будет хорошо. Антон о звонке незнакомки сразу же рассказал жене. Правда, никак не мог понять, откуда у него сын взялся. Ульяна выслушала его и стала собираться в дорогу, молча. Для Антона реакция жены стала удивлением. Он ждал скандала. Всю дорогу они молчали. Приехав в опеку, Антон узнал, что маму мальчика, Наташу, забрала страшная болезнь. Воспитанием мальчика занималась бабушка мальчика. Но она уже старая, и ей это стало не по силам. А на него вышли, так как он указан в свидетельстве о рождении мальчика. Документы оформили быстро и направились за мальчиком по указанному адресу. Бабушка мальчика стояла вся в слезах, вещи собрали. А маленький Егорка стал просить бабулю не отдавать его. Антон решил, что нужно дать мальчику привыкнуть к ним, и решили они приехать в другой раз. Ульяна вся в слезах стала уговаривать мужа не уезжать без сына. Ведь теперь он их сын, и она без него не уедет. Это ее последний шанс. Ульяна предложила взять Егорку и бабушку с собой, и будут они одной большой семьей. Так и сделали. Живут они теперь все вместе. Бабушку подлечили. Егорка уже в школу ходит и ждет, когда после уроков его заберет мама Ульяна. Они очень счастливы, и скоро у них появится еще один ребенок. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт «Остроумно». Странички в Инстаграм и Фейсбук. Ссылки в описании.